Всем привет, Лада Гранта. Обратите внимание на цвет, не белый, не черный, а уже вот такой серебристый металлик, называется платина. Давайте с вами так обойдем просто круг, посмотрим более плотно. Ну то есть я так понимаю, что даже писали какое-то оборудование из дружественной страны привезли, или там наполовину его привезли, ну то есть как бы и краска тоже оттуда. И как-то вот уже, видимо, прогонялись какие-то партии, да? Нет, это штамповка. То есть прогоняли же какие-то же партии, правильно? Ну, то есть делали покраску, проверяли, смотрели. И это уже машина товарная, то есть уже все это пошло в серию. Значит, с этим делом уже все отработано, все хорошо. Ну, в том плане, что теперь уже вот так вот и будут красить, и в общем-то я так вот взгляд ищет, за что бы зацепиться. Там какая-то, там, не знаю, спученность, что была, или там какой-то сгусток краски. Нет, смотрите, все ровненько, все покрашено, все отлично. Давайте смотреть, как обычно, сколько стоит машина, что это за комплектация, и потом более плотно посмотрим. Итак, новый Гранта лифтбэк, комфорт комплектация, двигатель 1.6, 90 лошадей, механика, цвет серый, платина. 996 900 стоит машина, и здесь еще аксессуары, полная готовность, 19 900. Что же входит? Ковры салона, ковер багажник, газовые упоры капота, комплект защиты картера, комплект декоративных накладок на пороге, защитная сетка радиатора. Итого машина стоит 1 миллион 16 800 рублей. Вы, конечно, слышали, что с 1 апреля грядет подорожание машин. Поэтому, если в планах купить новое авто, нужно делать это сейчас. И через автоспот.ру. Здесь мы сразу видим цены и скидки. Причем сайт абсолютно бесплатный. А все предложения напрямую от официальных дилеров. Для примера посмотрите, какие цены на китайские кроссоверы. Скидка за наличные в Москве достигает 100 тысяч рублей. А в Питере и вовсе можно найти 200 тысяч скидки. Согласитесь, ради такой экономии можно и в другой город сгонять. Также для пользователей автоспот регулярно появляются уникальные акции в виде каска, зимней резины или доп. Оборудования. До 200 тысяч рублей в подарок. И такое тут можно встретить по каждой марке и модели. Ссылку на автоспот оставил в описании. Пользуйтесь. То есть, опять же, повторяюсь, за вот эту цену, вот эту, можем машину купить за наличку. Понимаете, да? Вот и все. То есть, эта цена, она уже указана с учетом даже налички. То есть, есть деньги на кармане, пришли, в кассу отдали, за эту цену взяли. Без допа, без ничего. У нас, по крайней мере, в нашем городе, вот этот салон с лета, как прошлого года, когда вот АвтоВАЗ жестко стал за этим всем следить, и все капец. С тех пор, как обрезало, как бы, да, машин полно, только успеваю продавать. Давайте посмотрим, что в салоне. Посмотрели просто в зеркалах. Уплотнителя нет, он только вот здесь имеется. Электрорегулировки зеркал, динамик, электростеклоподъемники, ручка наша как ниша, все просто видите, здесь еще ниша, но зато вот тут у нас есть Гранта. Давайте присядем. Тканевый салон. Ну это что мы видим, такой вот ящичек, аварийка, тихо работает, и имеется магнитола. Дисплей, здесь разъем USB-шный, SD-карту можно вставить. Ну то есть, как бы, да, уже заводская магнитола, ничего не надо тут что-то мастырить, все уже есть. Имеется здесь, кстати, кондиционер, воздух горячий, холодный. И, соответственно, здесь все вот так. Замок зажигания. Ну и имеется еще, кстати, подогревы, глубокие подстаканники. И здесь у нас механика. Такое вот, да? Ну, в общем, рециркуляция. Тут что? Подсветка.
все как положено. Здесь что предлагается? Ничего. Здесь ничего. Ну, зеркало, да? ГЛОНАСС имеется. Такая вот LED-подсветка. Приборка. Видите, какая эмблема козырная такая, прям красивая. Здесь ручки нет. Ну, повторюсь, что 5 июня должна состояться презентация новой Лады Искра. Будет в Питере экономический форум. И вот там обещают презентовать уже новую Ладу Искру. Где-то с конца года ее начнут уже производить. С января 25 вроде как ее уже должны будут начать продавать. Ну а дальше уже, если понятно, что та машина будет стоить чуть дороже, чем эта, но какое-то время будет продажи идти параллельно. Вот. А потом эту машину все-таки же к концу, я так понимаю, 25 года уже снимут с производства. Вот, собственно, и все. Ну, как бы уже надо как-то уходить от старого, что называется. Такие вот дела. И, ну, иранцы снимают же, да, свои вот эти машины на базе, это Peugeot, вот, снимает вообще с производства и уже более современно делает. А эта машина уже сколько она на вот этой вот платформе? Тоже пора уже ее менять. Логично, да? Ну, собственно, как-то вот так все. Давайте посмотрим, что сзади предлагается. Тут тоже уплотнитель только снизу, сверху нет. Ну вот у нас такие вот ручки. Обратите внимание, я максимально сидушку сдвинул назад. И уже при моем росте. Хотя нет, если вот так ужаться совсем. Ну как-то еще вот можно разместиться. Ну, допустим, в соседнюю деревню поехать в кинотеатр. Как-то, наверное, еще можно. Имеются вот такие ручки стационарные. Ну и имеется карман. Тут кармана нет. Еще раз вот так все смотрится. В принципе, да. Подрыв сиденья спереди есть. Кондиционер есть. Музычка есть. Как говорится, ну, для такой машины, а что еще нужно? По трассе они тоже достаточно неплохо мотаются. Имеется два подголовника. Но сейчас один где-то, видимо, убрали, сняли. Ну и, собственно, вот видите, у нас, да, вон этот подголовник большой. Здесь у нас багажник. Такие вот тонкости. Ну, в принципе, люкбэк он намного, как по мне, так интереснее, чем он седан этот стоит. Как-то машина более, скажем так, современнее, более так завершена, да? Тут еще опять же колесики пойти поменять, поставить диски, тонировочку сделать, и будет все смотреться очень даже козырно, как считаете. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.